ребенок. Поэтому хотел бы, пользуясь тем, кто здесь присутствует, пресса республиканская, поблагодарить Михаила Васильевича, его главу республики, Сергея Васильевича, министра спорта и всю его команду за действительно, значит, как всегда, хорошую подготовку в этом году. Вы видите, в новом прекрасном дворце спорта, где есть замечательные условия для того, чтобы Кубок России проходил на высоком организационном уровне. Ну, говоря о, значит, непосредственно о событии и о участниках, вы видите, значит, мы привлекаем много команд иностранных. Конечно, всегда есть вопросы, проблемы, они связаны в большей степени с календарем, с возможностью многих стран прилететь сюда. В этом смысле нам действительно очень сложно найти вот свою некую нишу в международном календаре нашей организации. Вот буквально 2 недели назад в Баку, значит, прошел Кубок мира, Гран-при, то есть такое очень важное соревнование. Поэтому вот, конечно, есть вот эти моменты, но тем не менее вы видите, что очень хорошие команды приехали, значит, из Монголии, вот, из Казахстана, Соединенные Штаты Америки, вот, Азербайджан. Надеемся, что в следующем году мы сможем привлечь гораздо больше. И даже уверен в этом, мы сделаем все для того, чтобы нам сюда, в Казахстан, приезжало как можно больше стран.